Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите, выполнено профессионалами. Привет, друзья! Сегодня я хотел бы поделиться с вами мнением о роме Cayo Grande Club Grand Reserva. Это испанский ром, выдержанный 12 месяцев. И пробую я его впервые. Итак, давайте я сразу налью. Пробка пластиковая. В бутылке дозатор. Налил. Данный ром произведен в Испании. Все, что написано об этом, говорит как раз. Именно моя бутылка произведена. Так, 05, 10, 20, 20. То есть рому как минимум 2 года. 2 года, в смысле, он хранился в магазине. Из интересного, наверное, все. Хотя можно поговорить о том, что бутылка у него стеклянная. Этикетка «Красный круг с кораблем» на черном фоне. Внизу этикетки какие-то медали. Информации в интернете я про него, к сожалению, не нашел. Единственная информация, которая доступна, это информация на всяческих сайтах с отзывами. Все, больше ничего про этот ром, к сожалению, узнать не удалось. Ну, может быть, я не очень хорошо пытался, конечно, но тем не менее. Вот. Сейчас он постоит немного хотя бы, чтобы спирты все-таки хоть какие-то выдохлись. И мы будем его пробовать. Шанс подышать напитку мы дали. Я думаю, можно продолжить. По цвету, на самом деле, напоминает мне почему-то виски. Не знаю, темноват для рома как-то или светловат для рома. Для золотого, в общем-то, темноват. Для дарк светловат. Ну что ж, какой есть. На стенках оставляет характерный маслянистый налет. Ну, очень быстро прям с ней спадает. Видимо, слишком водянистый. Напиток 37,5 градусов. Если что, у меня объем 0,7. Цена его за 0,7 где-то от 800 до 1000 рублей. На запах очень ярко выраженный спирт. Прям спирт реальный, все. Даже не тростниковый никакой. Дистиллят какие-то странные используют. Прям реально спирт, ребят, как водка. Ну, пробуем, что? Водка значит водка. Ну, на вкус тоже спирт, в общем-то. Но пробиваются уже тростниковые дистилляты, уже похож на обычный ром. Плюс есть сладость, какая-то небольшая карамельность. Давайте еще раз попробуем. И, наверное, все. Но спирт перебивает вообще все. Я думал, после вчерашнего Scottish Royal меня уже ничем не удивить, но ром примерно такой же, который оказался, меня удивил. Ребят, неприятный. Не рекомендую покупать. Возможно, для коктейля будет еще ничего. Сейчас мы, кстати, это проверим. Практически Куба Либра, которую никто не отменял. Но как самостоятельный напиток пить я не рекомендую. Радости никакой. Неприятно. Что ж, попробуем.
тоже неприятно. Даже с колой. В общем-то, спирт все перебивает. Пить неинтересно, неприятно, вкус так себе. Для 37,5 градусов очень резкий. То есть это совсем не то, что я хотел бы на 37,5 градусов. Ром напоминает даже обычный, который прям пиратский. Очень слабо. И то, мне кажется, просто обычные дистилляты, какие-то спиртовые добавили в тростниковые, и получилось то, что получилось. Выдержка 12 месяцев, я не знаю, в чем она была и что она дала. Но вкус она не прибавила этому напитку. Так, ребята, это 2 из 10 для рома. Вот просто хуже рома, мне кажется, я еще не пробовал. Что ж, на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, будет интересно.